В первую очередь хотел поздравить наших болельщиков с победой, заслуженной победой. Если брать в целом содержание игры, то в первом тайме достаточно, хотелось хорошие слова сказать в адрес соперника. Достаточно хорошо знаю тренерский штаб, с уважением отношусь, это думающий тренер. А так в целом не совсем по нашему плану шел первый тайм, пропустили гол со стандартов, но я не могу сказать, что там кто-то не дорабатывал. Дело в том, что соперник правильно играл, то есть организованно и дисциплинированно. В перерыве с ребятами переговорили, сделали поправки и выпустили 3 замены, переломили игру. Так что хочу поздравить, еще раз повторюсь, наших болельщиков. Благодарен команде, тренерскому штабу за выполненный объем работы. Спасибо большое. Всех с победой. Спасибо.